остались вдвоем после того, как отец ушел от нас. Не думаю, что сердце маме разбило потеря отца, скорее, потеря любви как таковой. Не помню, в какой момент у мамы стали дрожать руки. Даже выходить из дома стало непросто. Ты поможешь мне, парень? Вы в крови. Мам, это Фрэнк. Предложил подвезти меня. Мы действительно никак не можем. Если честно, у вас нет выбора. Куда вас отвезти? К вам домой. Дороги заблокированы. Все из-за Фрэнка Чемберса, заключенного Стинчфилдской тюрьмы, который совершил побег. Пожалуйста, потерпите меня до темноты. Разве законно укрывать преступника? Вошедший должен подумать, что я взял вас в заложники. Как я могу вам доверять? Я намного сильнее, чем выгляжу. Я никому никогда не делал зла намеренно. Что случилось? Знаю, что эта история сложнее, чем описывают. Больше веревки не нужны. Но если доведется говорить, что я вас связывал, врать вам не придется. Биту выше, плечи разверни. Вкусный персик. Скорее всего, половину придется выбросить. Нет, у меня есть идея. Как можно оставить женщину вроде твоей мамы? Он ушел к своей секретарше. Нет, рана инфицирована. Будь начеку, парень. Я должен уходить. Может быть, завтра. Поиски все равно не кончатся. Я знаю. В одиночку они не справились с этим миром и создали свой собственный. Я готов еще 20 лет отсидеть за эти 5 дней с тобой. Я никогда не дам тебе семью. Ты уже дала. Адель? Вы друг Адель? Я просто мастер. Мы отчалим отсюда и не вернемся. Несколько необычно, что вы запрашиваете такую большую сумму наличными. Привет, сынок. Все в порядке? Я вытащу тебя из этой тюрьмы. Нет.